представителем Высшей научной организации Китайской Народной Республики, которая является одним из ведущих центров фундаментальных исследований в области естественных наук, открылись двери крупнейшей российской кузницы кадров Казанского федерального университета. В программу визита китайских ученых в КФУ было включено знакомство с лабораториями вуза и разработками университетских ученых. Гости вуза рассматривают возможность сотрудничества с Казанским федеральным университетом, и на то есть ряд весомых причин. Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое откроет для нас много новых возможностей. Такие, как реализация программ двойных дипломов, аспирантуры и так далее. Я думаю, что у нас все получится. Делегаты отметили важность и практическую значимость возможного сотрудничества КФУ с Академией наук Китайской Народной Республики. Несмотря на то, что Россия и Китай – государства совершенно разные, но, тем не менее, все же являются многовековыми соседями. В своем развитии Россия и Китай сталкиваются с похожими научными задачами, совместное решение которых, на взгляд делегатов, будет намного эффективнее. Мы приятно удивлены уровнем исследовательских работ Казанского федерального университета, так как мы сами представляем Институт передовых технологий. Нам будет очень интересно сотрудничать с вами. Согласитесь, от подобного сотрудничества Казанский федеральный извлечет много пользы. В течение дня делегаты посетили лаборатории нескольких институтов КФУ. Теперь китайская делегация планирует обсудить и обменяться мнениями по дальнейшему сотрудничеству и наметить новые направления научных исследований. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.